После нескольких неудачных попыток испечь хлеб в духовке я решилась на покупку хлебопечки. Здесь расскажу, как приготовить хлеб для хлебопечки Moulinex. Это хлеб с пониженным содержанием углеводов. Многие делают одну и ту же ошибку. Не подогревают воду до необходимой температуры, а наливают холодную или слишком горячую. Оказалось, что это очень важный этап. Пеку хлеб не только из пшеничной муки, а с добавлением овсяной, соевой. Такой хлеб получается невероятно вкусный, его можно использовать для бутербродов и подавать ко всем другим блюдам. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Сухие быстродействующие дрожжи, 1-1 грамм. Сахар, 0,5 столовые ложки. Вода, 225 миллилитров. Оливковое масло, 3 столовые ложки. Разрыхлитель, 1,5 чайных ложки. Соль, 1 чайная ложка. Мука пшеничная, 140 грамм. Овсяная мука, 35 грамм. Соевая мука, 90 грамм. Семена льна, 50 грамм. Пшеничные отруби, 50 грамм. Количество порций, 6-8. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Всем приятного аппетита. Жду вас снова.